Сейчас захожу в приложение Stepin, которое уже обновилось. Как видите, здесь notice, уведомление. Android users, please try again in one hour. Подождите, пожалуйста, час. Нажимаю на крестик, перехожу дальше и смотрю версия 0.7.0 update. Updating. Introduce it. Optimization. A new user passport setting. Wallet. Binding, optimized pop-up text, optimized data synchronization, fixed energy bug and fixed other knows bug. Нажимаем update и обновляю приложение. Напомню, что я не могу выйти из ждем, пока загрузится обновление, и перехожу. Смотрим, что изменилось. Что-то немножечко, да, изменилось. Сейчас пока что нельзя зайти в магазин. Ничего посмотреть. Я сейчас пойду израсходую энергию и расскажу вам в дальнейшем, что поменялось, а что нет. Как видите, я обновил приложение. Сейчас так все выглядит. Перейти в магазин я пока что не могу. Выбираю сникерсы. Ничего пока что нет. There is no item. Пока что так.